с вами канал Видеобомба, и я Fuck Your Game на сервере Харьков Плюс, OP Victory, и сегодня мы будем... Я тебе сейчас дам будем. Даша, что ты тут делаешь? А ну давай иди отсюда. Пока я, короче, ходил покурить, тут у меня завелся новый летсплейщик, молодое подрастающее поколение. Так, ребята, всем привет, с вами канал Видеобомба, я Fuck Your Game на сервере Харьков Плюс, мы сейчас будем смотреть на обновы. Пока я ругал свою дочку за то, что она тут без меня начинает летсплеить, уже и потемнело. Так что сейчас поставлю на паузу, как... Хотя, вы знаете, вот смотрю на небо, вроде ночное небо тоже очень красивое. Итак, было глобальное обновление. Что добавилось? Добавились тучи. Небо стало красивее. Теперь ночью не так темно, как в попе у негра. Вот. Теперь темнеет немножко по-другому, как-то чуть-чуть резче. То есть был только что закат, было еще светло-светло. Только солнце скрылось за горизонтом, сразу раз и все потемнело. Вот. Но все равно приятней, стало приятней. Оболочка игры как-то стала более ласкать глаз, что ли. Вот, очень мне нравится сейчас, как выглядит вечер. Сейчас где-то приблизительно по игровому времени где-то 11:30-12 ночи. Вот. Да, месяц посередке неба. Не, еще не посередке, да, где-то 11. Ну, классно, классно, мне нравится. Так, сейчас поставлю на паузу, включу траву, попытаюсь. Ну, я надеюсь, что на видео будет видно, как это все выглядит ночью. Вот, сейчас ставлю на паузу, уже включу, когда будет утро. Будем встречать на берегу моря, возле дома банды Айроза, рассвет. Будем смотреть, как это выглядит. Потом спустимся к водичке, посмотрим, как выглядит новая водичка. Кстати, если на видео видно... Вот так вот издалека видно, как там обмывает какой-то заброшенный домик. Вот, кто-то построился на таком бугорке. Прикольненько. Вот. Ну, красиво, я не знаю. Мне пока что нравится. Большой респект разработчикам, что они так улучшают игру, красиво делают. Все, ставлю на паузу, включу утречко. Итак, смотрите, как красиво. Получается, луна прячется вот там за горой. И какой красивый рассвет. Очень красиво. Я вот остановлюсь сейчас. Плывут облака. Просто бомбово. Не, молочаги. Молочаги на поверхности воды. Очень красиво видно. Мелкие волны. Отражение туч в воде. Ну, очень нереалистично все делает. Я так думаю, что игра, когда будет уже хотя бы там начало бета-версии, будет ну просто бомба, раз будет рвать все. Он и так уже порвал топы продаж. Итак, спустимся к водичке. Посмотрим, как красиво она играет. Отлично, просто... Просто реалити-шоу какое-то, что ли. Супер, супер. Молочаги, мне очень нравится. Ребята, вот так вот делать нельзя. Заходите в воду и сразу умираете. Еще пока что в расте плавать нельзя. То есть в воду лучше не заходить. Буквально одной ногой попадаете в воду и все, сразу труп. Так что лучше не рискуйте, я уже попробовал. Сейчас я под годмодом, чтобы меня никто не шлепнул, пока я делаю обзор обновлений. Так, ну красиво, видите? Смотрите, какой рассвет. Раньше такого не было. Вылазила как кусок оранжевой фигни, какой-то кругленькая. И где-то вот уже в этом положении она становилась похожей на солнце. Сейчас очень красиво прям. Ну, прям как, если вот так вот стоять и в сторону смотреть, то прям как, я не знаю, блин, как настоящее море, что ли. Прям аж поплавать захотелось. Красиво. Красиво, очень красиво. Просто супер. Так, с солнышком, с небом разобрались.
пойдемте повыше. Так, наверное, будем так отсюда подниматься. Сейчас я включу травичку, будем смотреть на травичку. Итак, я подумал, что траву будет лучше показывать возле какой-то растительности. Вот, итак, смотрим. Травичка стала живенькая. Стала она колыхаться, такая красивая. Сейчас я по ней пробегусь. Сейчас солнышко заходит, выбежим больше. Вот, развернемся и посмотрим. Вот она примятая. Сейчас я отойду. И она будет вставать. Оп, раз и отогнулась. Опять примялась. Видите, как вот где точка, она вот встает. Раз, раз, встала. Ну, красиво. Респектуха, короче, разработчикам по графике. А вот. Графику, конечно, поднимает на уровень. На достойный уровень русских людей, которые играют в эту игру. Так, с кустиками ничего не сделали. Кустики не мнутся. Нет, кустики не мнутся. Так, ну что, сейчас я добегу до дома. И будем смотреть на новый workbench. По идее, workbench тоже обновился. Я не знаю, будет ли сейчас видно на видео. Вот я уже дома. Вот где красная точка. Такие приятные отблики от света, которые попадают вот через щели в доме. Даже такое до мелочей прорабатывают. Ребята, молодцы. Молодцы, респект. Так, сейчас. Сейчас. Выкинем древесинки. Дымок. Ну, дымок вроде такой был, коптилка такая. Итак, чтобы сделать workbench, так и осталось. Надо 8 камня, 50 дерева. Вот у меня есть 8 камня и 50 дерева. Крафтим. Ставлю на паузу. Так, вот готов наш workbench. Давайте попробуем его умостить. Так, ну пока что я никаких изменений не вижу. Если честно. Я так понимаю, вот я не знаю, но почему-то мне кажется, что обновы были только по графике. Нет, workbench ничем не изменился. Странно. Сейчас, ребята. Сейчас. Итак, я разобрался, как скрафтить workbench-ик, в котором чинить вещи. Вот он добавился в крафте, в самую нижнюю ячеечку. И давайте мы его скрафтим сейчас. Сейчас я подойду к этому workbench'у, чтобы быстрее скрафтилось. Называется он Repair Bench. На него надо 12 камня, 60 дерева, 50 металлических фрагментов и 6, получается, запакованного жира. Low Grade Fuel. Вот, нажимаем крафт. 10 секунд ждем и сейчас посмотрим, что же там такое получилось у нас. Новая коробушка. Итак, да, новая коробушка. А, вот так вот выглядят ящички. Новые. Ну, симпатичненько, конечно, поинтереснее, чем то, что было. Ну и то было неплохо, если честно. Так, давайте ж посмотрим, что же это у нас за штуковина такая. Опчик. Так. Вот какая красава. Просто красава такая. Давайте заглянем вовнутрь. Опачки. А ну-ка попробуем отремонтировать автомат. Так, надо low quality metal 5 штук. Так, сейчас мы себе сделаем low quality metal. Так, low quality metal. Есть у нас low quality metal. Нажимаем repair. Ага, все понятно. Вот тут писало количество жизней автомата. Так, это надо в инвентарь, а потом с инвентаря сюда. Прикольно. Так, давайте. Пистолет в инвентарь, а потом с инвентаря. Так, вот. Зелененький показывает.
получается 84 и 101 quality metal нужен на ремонт. Ага, 92. Ну, непонятно как-то. Немножко работает. Так. Так, на шлем нужен клотч и metal fragments. Один. Блин, так сейчас пойдут такие потери по ресурсам, что дай боже. Так. Клотч. Так, то, что у меня появляются ресурсы, там не надо комментариев, а админ читер себе закидывает. Это все чисто в образовательных целях. Вот, чтобы посмотреть, как оно что работает. Так, репайр, да, все реперится. Реперится, репарится. Так, ну прикольненько. Так, давайте попробуем пострелять с пестика. После стрельбы. Он ломается или он... Ну да, походу должен ломаться от стрельбы. Если долго с него стрелять. Так, поглядим. Он у нас был полностью отремонтирован. Да, сломался. Ну, как сказать, с одной стороны это не есть плохо, с другой стороны это немножко уже будет потяжелее играть. Вот так вот выглядит поломка и починка предметов. Так, давайте сейчас обещали нам еще лук. Лук, новый лук. Новый вид лука. Давайте посмотрим, как я его сейчас скрафчу, как он будет выглядеть у нас в руках. Ага, добавились еще отмычки. Отмычечки. Прикольненько. Отмычечки добавились. Так, где там наши вапоны? Hunting ball. Так, я так понимаю, что радиус воркбенча уменьшился или нет? Да нет, нормально. Так. Попробуем скрафтить лук. Не знаю, вроде. Ну, может, как-то рука изменилась сейчас. Ну, может, да, чуть-чуть подправили руку, она покрасивее вроде выглядит. Вот. Да, чуть-чуть почетче видно сам лук, тетиву. Вот эти перекрученные корни дерева. Ну, в общей сложности, да, немножко поправили лук. Прикольно. Прикольно. Ну, я вас поздравляю с новыми обновлениями. Раз движется вперед. Не знаю, как вам. Мне это нравится. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Смотрите мои гайды. Я буду очень рад каждому вашему комментарию. Все, до скорых встреч.